В этом году исполняется 60 лет детской школе искусств. 4 февраля состоялся концерт детской филармонии, посвященный знаменательной дате. Сегодня удивительный день, потому что вы все будете слушать изумительные звуки чудо-инструмента, древнерусского инструмента, нашего с вами. Этот инструмент называется домра. Когда-то домру могла слышать только знать, но со временем этот инструмент полюбился скоморохам. За их насмешки над богатыми мира сего во времена правления Иоанна Грозного домру запретили. И 200 лет назад инструмент находился в изгнании. Но благодаря великому музыканту Василию Андрееву ее восстановили по сохранившимся рисункам. И она стала инструментом, доступным для обучения в музыкальных школах. В нашей школе искусств есть чем гордиться. Например, Лера Глебова неоднократно была лауреатом многих всероссийских конкурсов разного уровня. Дипломант международного конкурса. Она даже играла с государственным оркестром имени Осипова в Москве. Но, пожалуй, самое большое достижение – ансамбль домристов. Буквально на днях, 5 февраля, ансамбль «Домру» занял первое место на 6-м открытом региональном конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Музыкальные узоры». А теперь готовится к очередному конкурсу, который состоится в ближайшую пятницу.